Владимир Хозин. Суть до дела, пока этот стандарт исполняли, уже 40 секунд миновало. Ошибается Фонтанелла. Луценко. Удар и гол. Евгения Луценко спасает ничью для своей команды. Пабло Фонтанелла, чьими спокойными, рассудительными действиями мы любовались на протяжении всего этого матча, да и не только сегодня, подставляет свою команду под пропущенный мяч. Пабло Фонтанелла дарит мяч Евгению Луценко, который забивает во второй игре к ряду. Ну что ж, молодцы футболисты Мордовии, просто молодцы. Как мало у них сегодня получалось, но своего они все-таки добились. Будет еще у нас покрупнее повтор. Вот не в руку ли попал мяч Луценко, но какая разница? Этот гол уже засчитан, а Луценко этот гол, конечно же, получил не просто так.